В парке аттракционов «Хэппилон Сочи» прошло торжественное открытие выставки и награждение победителей. Свои рисунки, выполненные в разных техниках на тему «Страна счастливого детства», подготовили почти 250 ребят от 5 до 16 лет. Каждая работа была пронумерована, и чтобы выявить лучшую, гости парка должны были написать номер понравившегося рисунка на специальном конверте. Авторы тех художественных творчеств, которые набрали наибольшее количество голосов и стали победителями. Они были определены в номинациях «Лучшая графическая работа», «Живопись», «Аппликация», «Лучший портрет», «Симпатия жюри» и «Самая вкусная работа». Авторы лучших трех работ в каждой возрастной группе были отмечены сертификатами и дипломами. Также юные дарования получили комплекты оборудования для творческих занятий, тайм-карты на двухчасовое безлимитное катание на всех аттракционах, мягкие игрушки, сладкие подарки, сертификаты от Аквалао и другие призы. Итоги конкурса и имена победителей можно увидеть на сайтах www.sochi.happylon.com и www.consmaster.ru.